Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы будем с вами делать куриный шашлык. И сегодня у нас с вами будут крылышки. Мне очень сильно захотелось именно вот крылышки. Такой вот шашлычочек у нас будет с вами. И сегодня у нас будет село зеленое. Упаковочка. Сейчас посмотрим, какие там крылышки. Там стоят меньше 200 рублей даже. Сейчас вскроем. Так, понадобится нам чашечка такая. Так, давайте сразу посмотрим, что написано здесь. Будет такой небольшой с вами обзорчик заодно. Вот они, наши крылышки. Опа! Все. И, конечно же, их обязательно сейчас промоем. Так, также, конечно же, нам понадобится вот такой вот маринад. Жарим мясо для барбекю. Здесь даже крылышко, смотрите, нарисовано. Мы его с вами уже использовали. У меня был другой рецепт. И чуть-чуть наливаем. Оп. Ложечкой перемешиваем. Можно руками. Так, наши с вами крылышки откладываем в сторону. И поскольку у нас шашлык, то нам понадобятся вот такие вот палочки. Бамбуковые шпажки. 25 штук. А, побольше. Вот такие вот. Я взяла 5 штучек. Вот. Вот они. И мы с вами их немножечко замочим в воде. Намочим хорошенечко. Пока наши с вами крылышки маринуются. Так, пригодится нам с вами вот такой вот противень. Наши с вами крылышки, которые уже замариновались. И, конечно же, палочки. Вот они, палочки. Они полежали у меня в воде, видите, такие мокрые, хорошенькие. Так, давайте с вами еще раз помешаем наши крылышки. Они у нас простояли полчаса, можно, кстати, и час. Вот, и будем с вами их одевать. Я планирую на каждую палочку одеть по 2 крылышка. Так. Я буду снимать палочки. Тяжело протыкивается. Не так уж и легко, как мне казалось. Вот. Здесь опять протыкиваем вот кожицу. Опа. Чтобы она как раз вот этой штучкой лежала вот так. О, довольно хорошо. Там еще мне помогает мой малыш. Да, малыш? Да. У нас есть еще влоги, где вы можете посмотреть нашего малыша. Если он у нас тебе на канале впервые. Палочку тебе. Да, ты мне будешь помогать, зайка? Да. Да, ты мамина зайка. Вот. На. Как раз у нас так. На, тебе палку даю. Давай. Что такие у тебя грязные руки? Ну, потому что у меня в маринаде они. Сейчас есть другую, будет сегодня. Все, другой. Больше не надо. Хватило нам. Ура. Нам хватило. На, ну, давай палочку, давай, да, вот эту.
На эту палочку я хочу насадить вот такие вот цветная капуста это или кто это там, я уже сейчас не вспомню. Беленькие. Беленькие. Да. Как же буду есть палочками? А как китайцы едят палочками, Дина? Едят же? Палочками едят. Раньше я ела палочками. Так. Вот так вот. Палочками. Можно еще помидорки, грибы какие-нибудь там. У тебя палочки, там палки. Палочки у тебя там палочки. Палочки у тебя там палочки. Тут такие чумазые какие-то руки. Понюхать. И также добавляю немножечко своей специи. Дай еще мне понюхать. Давай, на. Нанюхай. Ну, поближе ко мне подойди. Я ей всегда посыпаю курочку, мне она очень нравится. Вот. Именно вот эта вот кожурка. Сегодня я планирую сделать курочку поджаристую такую, зажаристую, как бывает обычно у нас с вами барбекю, да, в гостях. Сегодня мы будем с вами делать такую. Пока что у нас еще время есть. Вот. И мы с вами ее отправляем в духовку. Духовку отправляем 200 градусов где-то на полчаса, может быть, даже и побольше. Посмотрим, как там будет дальше все. Вы у себя уже смотрите, такая духовка, какая у вас. То есть, как она, может, у вас там газовая, вы там запекаете часа два, например. Вот, то есть, у меня когда-то такое было. Где-то на полчаса, минут на 40, может быть. Потом еще, как правило, я оставляю постоять в выключенной духовке какое-то время. Тогда у нее получится корочка очень поджаристая и вкусная. Так, посмотрите, вот такая у нас красота получилась. Смотрите, какие они поджаристые. Какие красивые. И сока тоже много. Ням-ням. Смотрите, какая вкусняшка у нас получилась. Вернее, это уже то, что от нее осталось. Это очень безумно вкусно. Снова еще раз вам покажу вот этот прекрасный маринад, который 30 минут, ну, можно и час. Мы с вами мясо им мариновали. Тоже прям бесподобно. Просто очень-очень-очень вкусно. Смотрите, как красиво и аппетитно это выглядит. Такая здесь прям корочка такая. Ой, блин, это так вкусно. Обалденно. Готовьте вместе со мной. Смотрите другие наши блюда, мою кулинарию. Есть отдельный даже плейлист. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Для вас стараюсь. Пишите комментарий внизу. Смотрите другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Обзоры на технику, на продукты, обзоры, путешествия. Там очень-очень много всего интересного на моем канале. Обязательно подписывайтесь. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.